По возвращении я чувствовал себя обновленным. То есть я чувствовал, что я открыл что-то новое для себя и пока еще не понимал, что. Но все, что там происходило, бесконечно важно для меня. Мы куда-то углубились внутрь себя и внутрь вот группы, и процессы, которые происходили с телом и с ментальной какой-то, да, частью, они оказались более глубокими, более мощными. Чувствовать себя, понимать себя, с партнером. В контакте с партнером. Это как в лагере. Ты приезжаешь в детский лагерь, тебя забирают родители, и ты вообще не хочешь, чтобы это заканчивалось. Это очень изменило меня, сделало меня совершенно какой-то другой, открытой, более свободной, и я просто кайфую от этого. Люди, которые там были, это люди молодые, молодые душой. Все вот очень думающие, очень осознанные. Изучая себя, я понимаю себя. А значит, я уже могу строить пространство вокруг себя, исходя из собственного, из собственной пластики, из собственного мировоззрения. И здорово это понимать. Появился ритм жизни, появилась энергия, появилось осознание себя и, ну, как желание. Появилось желание жить, общаться, ходить на свидания. Ну, то есть жизнь закипела, и это прям такой кайф. Если вы еще думаете, нужно ли вам это или нет, если хоть маленькая мысль у вас проскочила о том, что «а вдруг, может быть, мне это нужно?», то это 100% вам нужно. Мне кажется, нет людей и нет предела любви к себе, раскрытия себя, нахождения в себе что-то нового. Именно эти выходные и дают тот какой-то заряд, чтобы открыть себя, узнать себя вообще по-новому. То есть ты никогда не можешь познакомиться с собой до конца. Это знакомство будет идти всю жизнь, поэтому самому познакомиться с собой достаточно трудно. И если тебя ведет крутая рука, а это происходит именно на выходных в Суздале, то это лучшее, что может случиться с вами в жизни.